Да, я ненадолго. Так, друзья, начинается потихонечку трансляция. Всем добрый вечер. Сегодня чуть попозже освободился. Был целый день. Потом еще поспал я часок. Короче, для тех, кто смотрит в записи, это девятая часть. Ну, все еще как-то живы, блин. Diablo 2, режим хардкор, турнир в формате Iron Man, который проходит на Good Game. И наша ассасинка через ловушки с горем пополам, вообще очень медленно, продвигается на третьем уровне сложности. И сейчас мы пытаемся закрыть третий акт. Мы убили уже Мефисто, но, к сожалению, не нашли вейпоинт на прошлом уровне. И это огромная-огромная проблема. Потому что на прошлом уровне у нас находятся иммунные люди. И... короче, придется возвращаться сейчас и искать на этом огромном уровне вейпоинт. Что у нас есть? У нас есть возможность... назад сильно отступать мы не можем, потому что там повсюду оставлены мобы, которых мы не смогли убить. А вейпоинт, скорее всего, находится... ну, не скорее всего, он точно находится где-то по краю этого левела. Открыли мы где-то половинку этого уровня. Вот здесь вот старт. И вот здесь везде оставлены враги. Хочется надеяться, что нам не много придется ходить в поисках чекпоинта этого, вейпоинта. Добрый вечер, Шезлонг, Алекс Джем, здрасте. У нас есть тени, у нас есть ловушки, которые действуют, на кого-то действуют, на кого-то не действуют. Есть огненный взрыв тоже. Короче, давайте аккуратненько пробуем. Задача сейчас... Стараться. Очень. Блин, где здесь проход-то? Здесь нет прохода, да, получается? Нет, есть проход. Такое впечатление, что там зомбари. Короче, я сомневался очень много, стримить ли сегодня или нет, потому что сложность здесь... для меня уже крайне серьезное. Сундуки не открою, потому что там могут быть ловушки вполне. Добрый вечер, Гамойр, привет. Фисиен, здравствуй. Говоришь, не открывайте ничего, блин. Ладно, продвигаемся. Мы открыли уже довольно большое количество комнат еще от старта. Это радует. Нас беспокоит в первую очередь огры с огромной дубинкой. Потому что они вот вообще никак не убиваются. Ты вчера Мефисто убил? Да, у Мефисто мы убили, но для того, чтобы пройти дальше... вон вот эти вот товарищи. Что там, прислужники, что ли? Нет. Мучитель. Их много. Вот их я не могу нормально убивать. Я попробую взять под контроль и как-то... мне помогает их убивать тень, которая их травит. Она может перебивать регенерацию, но нет, не могу я их убить. Ой, началось. Точнее, продолжается. Нужно отводить сейчас и справляться с ними по одному. Только так. Очень долго, очень сложно. И это обычные враги, понимаете? Даже не мобы. Блин, надо по одному, Миш, по одному. Как ему дается так на меня выходить-то? Перевызываем.
Ждем, когда наролятся. Да как они это делают? Когда наролятся с ядом, подруга. Я еще боюсь застрять где-нибудь. Видите, что происходит? Очень сложно. Очень сложно. Пробую по одному их выманить. Вдвоем они перетанковывают меня. Да блин. Видите, как они еще тут ходят хитро. Давайте пробуем. Отравления не вижу, тени. Соответственно, надо перевызвать ее. Ну, есть? Нет? Нету. Ну, значит, мы просто его регенерацию не перебьем. Перевызываем. Вот оно. Только, к сожалению, я тень вызвал прошлого левела. Но смотрите, сейчас уже динамика будет получше. Вырубаем ауру скорости для того, чтобы... Да, мы ищем ВП, видите? И мы таким образом его медленно напробиваем. И вот так по одному, пока мы не встретим пачку. Их же можно не убивать. Да, можно не убивать, но есть вероятность, что ты застрянешь где-нибудь и все, и не пройдешь дальше. Ну, оставишь ты одного, второго где-то сзади и все. И дальше... Короче, мы это все на прошлой трансляции перепроходили, друзья. То есть тут как бы... Другой выход есть, но он более рисковый. Ну что, там есть? Не вижу яда, то ли он не попадает. Не попадает она. Тогда перевызываем. Регенимся, ждем до первого удара. Фир нас не устраивает. Да какой нет? Опять, кажется, нет яда, нет яда. Добрый вечер, Дволин, здравствуй. Перевызываем. Второе оружие у нас регенит ману. Опять не удалось. Ну. Опять нет. А, нет, есть. Сори, не заметил. Погнали, это второй. Вейпоинт. Просто по условиям Iron Man ты должен собрать обязательные вейпоинты. Для того, чтобы прогресс... Так-то мы уже можем и в четвертый акт идти. Правда, там нас ждут новые испытания, но... Для начала нужно собрать последний там из 10 вейпоинтов на этой карте. В этом акте, точнее. Хорошо, регенимся. Добрый вечер, Немезида. Немезида. Восстанавливаем ману, восстанавливаем здоровье у тени. Я такую элитку встречал, но она на старте осталась. Но где-то еще может быть пак, точнее не может быть, а должен. Так что теоретически еще вполне вероятна ситуация, что мы... Ага, этот за углом сразу где-то здесь ходит, да? Судя по... Да, вот он. Ну, хорош, ну давай уже эту бей. Ну,
У нас огненная ловушка далеко не до конца прокачана. Несмотря на то, что на нее действует синергия от двух скиллов, где-то получается по 180-360 суммарно процентов. Но все равно в аду такие плотные создания, что даже не обладая, ну, отсутствует у него восприимчивость. Тем не менее, все равно, видите, мы его слабо пробиваем. Сейчас придется тень перевызывать. Может, не придется. Попробуем напоследок. Эй. Ладно, не торопись. Ну, заморозка. Да, и все это время сейчас он регенерирует. Если к трупу подвести, можно к трупу подвести, можно взорвать, но там... Возможно, это даже чуть дольше. Перевызываем. Ну, что там? Он уже почти полностью восстановился. Офигеть. Представляете? Такая грязь. То есть мне нужен яд для того, чтобы у тени, во, для того, чтобы не было этого чертового регена. Эмилин, привет. Так, здесь еще, кажется, у нас фир. Фир, не фир. Тень периодически кидает сама огонь, это очень хорошо. То есть твоя тень — это... Ну, кроме там статов, кроме того, что она предметы одевает... Случайные, но такого же типа, как у тебя. Это еще и случайные скиллы. Блин, опять не успею, что ли? Скорость для того, чтобы скорость каста увеличить. И вот мы за там 10 минут убили троих мучителей. Обычных. Сегодня Диаблу хороним. Да не-не-не, мы ненадолго, друзья. Даже если до 12, четвертый акт так не пройти. Ну, все равно там как бы время есть в запасе. Впереди живых людей пока нет на турнире. Да и не торопимся мы в целом никуда. Мне бы вейпоинт найти. Потому что риск встретить пачку и не убить ее. Господи, как же вы достали еще три человека. Представляете, какая это жесть. Квиз переподписан. Квиз. 7 месяцев. Здравствуй, Квиз. Я бы пытался разделить. Тень у нас отрегенилась немножечко, она старая. Соответственно, ждем от нее... Да, блин. Яда и огненного урона дополнительно. Сделан. Оглушение зачем-то. Лук на возврат шипов. Ну, на возврат урона работает очень плохо. Короче, это мучение уже. На хеле это мучение. Тем более я не совсем правильно... Ну, если бы меня сейчас спрашивали, как перекачивать, я, скорее всего, бы меньше вкидывал в смертоносную турель, чтобы у меня была двадцатка на огненном взрыве. Что на взрыв трупов не влияет, влияет только на урон по молниям, если... А урона и так базово хватает на остальных. Короче, тяжело. Выманиваем следующего.
И принимаемся за него. Странно, что она не навесила яд ни разу. Это минус, безусловно. И так мы можем его в рамках этой тени-то не убить. Или навесила. Там разок или два прошло, но как-то он... А вот прошло еще. Да, быстро сходит почему-то. Не знаю, почему так быстро. Погнали. Тень еле живая, надо воспользоваться возможностью, чтобы потом ее не рандомить, не перевызывать. Но, кажется, не успею я. Да, тень минусится. Есть. Повезло со следующей в плане яда. Так и живем. Тяжело, хреново. Без вейпоинта. Ну, по логике, вейпоинт, видите, мы по кромочке обошли. Вверх почти полностью обошли по кромке. То есть в центре быть не может его, насколько я понимаю. Он на такой же удаленной штуке, как и выход. То есть в отдельный висит. Сейчас мне нужно комнату за комнатой проходить именно по краю, не заходя внутрь. И пытаться этот чертов вейпоинт находить. Два трупа запомнили. Трупы я еще оставляю на... Оп, блин! На пак. Ну, если придется с ним сражаться, то лучше это делать. Стреляем мы с сетапом с мечом, потому что там плюс 2 к скилл-левелу. Сегодня только у меня лагает жилка, меньше мегабита скорость. Ты на speedtest.goodgame.ru посмотрел? Ну, в чатике вроде не сильно жалуются. Трави его. Она не хватает. Этот провайдер чудит. Блин, бедная тень. Не хватит мне. Да, последний удар по ней. Я как-то успел отрегенить разок. Молодец. Еще три человека. Михаил, ты видел, ребята из разряда лидеров перевели в разряд фуфан, что за несправедливость? Да нет, я изначально говорил, что играю в фуфан, и приза не надо. Несправедливость, это ж озвучивалось. Поэтому все нормально. Хорошо, идем дальше. Мега быстро. Ой, только сундуки не открывай, Миш. Ага, и тут тупик, а не вейпоинт. Класс! Ну что, с одной стороны, в этот тупик можно пак завести и уйти. Но теперь мне нужно понять, куда идти сейчас. Дальше. Так, и я боюсь еще про не увидеть вход. То есть знать нужно четко, куда отступать, если что, куда бежать. Там, если будет какой-нибудь фаст, может быть паника, и я не заблужусь. И все. Если из лука стрелять. Да там нет урона. Да и стрел нет, в общем-то. Но главным образом нет урона и нет атак рейта. Я не могу попасть по этим товарищам.
Так, еще один. Капец. Ну что ж вы делаете со мной? Это вот облачко снижает уровень защиты у врага. Соответственно, тень чаще попадает. Ну, как вы видите... урона мне не хватает. Да, этого убили, наверное, быстрее, чем всех остальных. Бутылки у нас, если что, есть. Устанавливаем ману. И, ну, видимо, сюда надо придется идти. Сюда и вот вниз как-то выруливать. Пытаться по кромочке зайти. Что лучше получится, отправить придержит. Нет, нет, так не работает. Лучше это такое понятие. Я слышу, что... Ага, здесь уже следующий. Давай. Блин, он попадает периодически. Я по КД просто скидаю его минус защиту по нему. Берем другую пушку для того, чтобы... Ну, сейчас тень страдает, как вы видите. Я его в станчик отправлю. Ненадолго. Восстановив немного маны, переключаемся снова на огненную бомбу. Я ее подкачал на единицу, но она ей до двадцатки все равно вот долго. Блин, не хватает маны чуть-чуть. Есть. Лук на обратку так и не сделали. Сделали уже как 3 трансляции агафты. Я его показывал уже на этой трансляции. Говорил, что он не работает, но... Хреново он работает. Так. Как дальше? Блин, как же вы мне дороги-то, а? Он сейчас точно тень не выживет. Слишком мало хп было на тот момент, когда... Хотя тут рандом все равно. Может, он будет попадать, не будет попадать. Насколько часто. Там 2 раза подряд попал, сейчас попал. Еще раз попал. Ну давай, ну родная. Готово. И вот так вот медленно. Представляете, мы заходим на уровень и встречаем пак. Вот похожего типа, который... которого некуда кайтить, который ты не можешь по одному их разбить. И это будет просто трагедия, конечно. Ничего не сделать. Просто трагедия. Пусть тень отрегенится. Special K, привет. Блин, да вы издеваетесь. Гипогриф, привет. А там еще 3. Не, мне их не убить. 3 не убить. Тень падает, к сожалению.
Я вижу, что один за мной идет. Шел. Пытаемся наролить правильную тень. Этой тени нет. Мне нужен яд у тени. Этой молнии, блин. А давай так все-таки сделаем взрыв трупов. Ищи серегенец. Блин, да куда они отступают-то? Ну все. Ну то есть, вот почему я трупы не... Они уже успели отрегениться. Вот почему я трупы предпочитаю не взрывать. Добрый вечер, продолжаем страдать? Да. До 12 планирую стримить приблизительно. О, нашли. Ну хорош, блин. Погнали. Только так. То есть я разные варианты пробовал. Мы прокачку для Хэлла неверно выбрали, или на этом уровне сложно при любой прокачке сложно. И то, и другое. Хэлла, значит... Что там, сзади уже идут? То есть и стихию не докачали. И враги, естественно, совсем очень жирные становятся на Хэле. Я не смогу нести больше. Я все думаю, что будет, когда Пак придет. Это будет трагедия. То душители, то мучители, да, и все душат и мучают. Ну, на следующем... У меня еще желание Тень Мастера до 17-го прокачать, ну вот на 2. Но мне кажется, я не доберу. То есть надо будет Огненный Взрыв качать, если мы не хотим отъехать от Lightning Moon. Или, ну, методично отъезжать от Lightning Moon, как сейчас вот отъезжаем. Хоть как-то нужно ускорять процесс убийства врагов. Кажется, я зомбарей слышал справа. Блин. Ну и куда ты пошла, дура? Ты там зомби? Ну, здесь трубчики повзрывались, но в целом... Ну, вон еще труба взрывается. Да. С дополнительными, конечно, попроще, потому что сразу там взрывы. Кхе-кхе-кхе.
Ищем waypoint. Зачем ты это делаешь? Ну ясно. Опа. Там их очень много. Так, что делать? Во-первых, перевызвать тень. Во-вторых, попробовать поконтролить. Ну их там до хрена опять, и я не справлюсь с регенерацией, скорее всего. Поставлю ловушку на взрыв, вдруг там есть что-то. Не, вон они там, они регенят просто. Ну просто регенят. Быстрее, чем я наношу урон. Так что возвращаемся к схеме убийства по одному. Представляете, какая жесть? Представляете, как сложно? Посмотрим, как. Тень не та. Перевызываем. Тень не та. Перевызываем. Ну, снова не та, и я уже... Снова не та. Снова не та. А вот и там. Почему просто не прорашить до вейпоинта? Потому что нас могут зажать. Мы не знаем, где вейпоинт. Телепорта нет. Мы уже бегали так некоторые уровни, когда выбора не было совсем. Ну, вот сейчас пробежим мимо этих там 3, 4, 5, оставим их сзади, потом увидим пак впереди, от которого, например, придется отступить назад. А у нас дверные проемы и люди сзади. И все, и ты отдаешься. То есть все вот эти вот вопросы, которые появляются сейчас типичные в чате, они прошлую трансляцию, видимо, товарищи пропустили. Мы все это уже рассказывали, объясняли, показывали, проверяли. По таблице получается, что барс самый сложный для этого турнира. Если будет желание еще побегать, можно попробовать на барбе. Ну, побегай, чего, я не против. Стартуй. Блин, опять этот... Тебе мешает. Я не смогу нести больше. Мне-то не хватает сейчас сложности. Надо еще на барбе попробовать. Почему просто нельзя зарашить вейпоинт и умереть? Да-да. Действительно. Действительно. Блин, ну... Тень, живи. А вот тени жизни нет. Блин. И все, я уже не перебью его. И пока я сейчас нарандомлю тень с ядом. Да. Он отрегенит большую часть твоей... О, нет, повезло. Давай, давай. А успел отрегенить только треть здоровья. Привет, Контрик.
У нас тут душнилово на Хеле. Мы ищем вейпоинт в третьем акте. Мефисто уже убили, Пак перед ним тоже. А вот вейпоинт на прошлом уровне так и не нашли. Зато регулярно находим людей вот этих вот, которые просто с такой регенерацией, с таким количеством хп и полностью иммунные к молниям, которые приходится вообще ковырять по... У нас... Да, спасибо. Я думаю, мало кто ожидал, что бобер будет жить так долго. Так, третий человек остался здесь. Да блин, хватит сундуки открывать, Миша, слишком опасно. Был же третий. Что-то я упустил. А, здесь есть проход. Блин, их там двое, их там больше, чем двое. Ё-моё. Что ж вы делаете? Ну опять. Тут... Смысла даже атаковать нет. Да хватит тыкать на... Да, мне убьет тень. Особо нет смысла сейчас атаковать. Имеет смысл уже перевызывать следующую тень, смотреть. Есть хорошо, повезло, что... Я даже подумать не мог, что рядовой моб может настолько сильно головной болью. Но это Хейл, вот в чем дело. Это уже третья сложность, у тебя прокачка такая. Интересная, блин, элементальная. Раньше-то мы их щелкали, не замечали. Да ладно, слева уже подходит. А это как? Как они это делают? Ждем, когда наш телепортируется. Просто по... Подруга, давай. И на этого сразу. И этот еще второй подходит. Как они это делают? Почему они доходят? Ладно, давай. Я зарекался так не делать. Что отрицательная динамика. Да, и все, и тень минус. Пробеги дальше, зачем всех мобов убивать? По правилу турнира Iron Man. Должен взять вейпоинт. Блин, они по парам ходят, а? Вот что мне с этой парой делать? Как мне ее разделить-то по-хитрому? Опять 25. Ну и что я здесь делаю опять? Блин, опять. Да я с Хейсниск стану. Нет, тень одного не переживает, понимаете? А двух-то она как переживет? Соответственно, надо... Вот этот прошел вроде как. Вроде проходил. Вроде видел здесь его прям. Мелькнул в дверном проеме. Показалось, что... Показалось. Нет! Блин. Давай иди сюда. Главное, чтобы второй не подошел. Ненавижу их. Что будет, если будет пачка? Они как будто вместе держатся вдвоем. Не знаю, как это объяснить. Есть яд, хорошо. Да как ты меня видишь? Ты ж вообще под тенью, алло.
Костик Бородач, что-то какой-то. Какой-то токсик. Костик токсик. Переключаемся на реген. Все равно придется. Привет, Пиф-Паф. Есть. Ну, погнали. Скорее всего, следующие локации, если они будут выпадать хорошие по типу врагов, я буду вылизывать прям дочистом. Потому что дополнительный уровень мне может по это самое помочь. А пока занимаемся вот такой вот очень опасной и муторной деятельностью. Просто опасной и муторной. И долго, и каждый раз ты думаешь, может действительно как-то проскочить или там с двумя-тремя посражаться. Это ошибка. Это ошибка. Следующий пошел. Ну давай, тень, ну родная, я не могу тебя перевызвать. Иди вперед. Погнали. Тяжело. Ну не сдаемся, мы пока что с вами. Да что ж ты, я не попадаю. Да как так? Она не могла прокинуть через кучу трупов. Регеним, ждем. Такое впечатление, что разные билды этой вот моей подруги. Ну, это понятно, там, наверное, разные перки выпадают. И на атак спид влияет, и на то, попадает она, в принципе, или нет. Это бывает, срабатывает яд, только яд. И иногда он чередуется с какими-то элементальными штуками. Это, конечно, хуже. Ну что, друзья, всем добрый вечер. Пытаемся закрыть третий акт. Босс актовый убит. Но вейпоинт не найден. Да, Мефисто уходил. Не то чтобы быстрее, чем регулярный, но сейчас и тень уйдет. Черт. Давайте попробуем найти что-нибудь подходящее. Есть. Мне лучше вот так сделать. Такое душнилово, капец. Просто капец. А если выпадет у нас пачка врагов? Тогда надо в левый нижний угол заводить. А в шапке реген мобов может попробовать с руки разок давать. Ну и ломать вещи, и не попадать все равно.
Попробовать, конечно, можно, такие советы уже были, но наш атак спит, точнее, наш тухит, он крайне низкий. Что ни шмоток на атаку, ничего нет. Неловкости нормальные. Что мне достали там, учители. Там впереди зомбари. Мучителя я могу убивать только по одному. И то не всегда одной тени правильной хватает для того, чтобы нанести. Ну, видите, яд вот эта вот тень не всегда прокидывает, например. Регеним здоровье. Ждем, когда придет в себя. А он регенится еще, собака. Он уже отрегенился. Блин, это бестолк вообще. То есть его мы, скорее всего, не завалим до того, как сдохнет наш тень. Попробуем сейчас. Вдруг она будет попадать чаще, травить его чаще. Реген не будет срабатывать, и нам... Мана пула хватит, чтобы снести у него здоровье. Что интересно по шмоткам. Шмотки не обновляли вообще весь хелл. Тень еле живая. Там 1-2 удара остался ей. У него осталось где-то 1/6 хп. Маны тоже маловато. Давай, 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 давай. Кое-как. Просто еле-еле. Просто еле-еле. Лидер пака мучителей нет. Была только элитка. Тоже иммунная, естественно. То есть, если я встречаю пак, это, конечно, совсем другая история. Потому что там, скорее всего, из-за количества хп я даже одного буду убить очень медленно. То есть моя задача их завести куда-то, оставить там тень, ну, типа, завести в угол, оставить там тень, самому сбежать. Для того, чтобы, ну, и двигаться дальше. И что с XCOM? Я просто в запое был пару недель. XCOM жив, как, с выходом Диабло мы пошли с Соколом марафонить, и, соответственно, XCOM-чик у нас поставился на паузу. Ну, с Соколом не получилось долго марафонить, потому что он опоздал на пару дней, мы поиграли всего 2 дня. Участвовали на одном, ну, на турнире Дошки. Вот потом я перешел в соло. Я сейчас продолжаю. Опять мучители. Опять мучители. Я лишь убедился в том, что там не прислужники. Блин, как же вас много-то, а? Их еще делить надо ведь. Как там? Один, не один, не вижу. Вроде один, хорошо. Еле-еле, на последнем ману уже убивал его. Сохол хоть нагоняет ли возможности? Да не-не-не, он уже за работу взялся, у него нет свободного времени. У него было время, он взял отпуск, но, к сожалению, в 2 дня вне плана посвятил в этом отпуске жене. Ну, как бы тут ничего не сделать. И пришел спустя на 3-й день, когда уже вовсю шел 4-дневный турнир. И мы там, конечно,
Тихо-тихо-тихо-тихо. Давай-ка, тень, пожалуйста. Спасибо. Давайте здесь я поставлю все-таки взрыв трупов. Так, попроще будет. Хотя посложнее с паком будет, но... Я не думаю, что с паком мы в целом будем... Не то сделаем. С паком мы в целом сможем сражаться вообще. То есть мне нужна гора трупов реально обычных товарищей, чтобы... Почему лук не работает? Помню, кого-то босс прямо разорвало Торнсом. Потому что, видимо, они не попадают или не хватает. Ну, можно попробовать, конечно, но я уже пробовал. Можно еще один подход сделать. Потому что это в том числе зависит от тени. И если они попадают, если они наносят какой-то нормальный урон, то, собственно, в процентах возвращается им урон. Если у тени... О, привет. Поддержал ваш канал на 100 рублей и сообщает, да. Челумбил, княже. Привет. Ой, ли, заново ты душегубы вдал. Ой, ли. И со стрыгами урезонивать пошел. Ойли, ну давайте проверим. Я не вижу вообще урона от его Торнса. Он попадает один из пяти ударов. Но из-за лука... У меня мана не регенится. Ну и урон я не наношу нормальный. С руки. Блин, как я мечтаю о вейпоинте, а вы бы знали. У этой дуры еще фир. Абсолютно не нужно. Сейчас она загонит его. Куда не надо. Нет, подруга, не надо так делать. Давайте надеемся на вейпоинт. Место, кстати, похоже на вейпоинтовское. Давай. Есть! Есть! Нашли! Господи! О-о-о! Такое душнилово! Переходим в четвертый акт. Там, правда, новое душнилово будет, но... Фух. Капец, сколько мне пришлось их мурыжить. Подруби ютуб. Не могу я подрубить ютуб без аспиранта FSN. Я видел, что это самое. Попробуй в... А, ну хотя, если скорость низкая, то там переключение плеера не поможет. Все, закрыли третий акт. Уже с чистой совестью можно переходить. Осталось два акта, по сути. Попробуем сейчас наверху вот этого товарища. А, там прислужник с молниями. Мы будем их полчаса дубасить. То есть нет резона, наверное, да? Там кто-то рекомендует еще плеер сменить, но я не уверен, что это наш выбор. Переходим в четвертый акт. Фух, закрыли третий. Слушайте, ну осталось реально два акта. Четвертый и пятый. Четвертый с дьяволой и с тремя вейпоинтами. Пятый, конечно, самый жесткий. Там и варвары, и пещеры, и... Мы можем что-то здесь в сундучке взять. Воспользоваться, так сказать. Я не стал бы лук все равно уносить. Я бы оставил руны. Логист 6251 поддержал ваш канал. Спасибо, на 500 рублей сообщает. Да. Рал и Амн, кажется, руны для. Это ерунда. Ну, сейчас надо хородрически скинуть. В нем, оказывается, были нужные вещи. Или Тал и Орд. Починить все. Можно здесь реально починиться. Я бы починил армор и... Для начала армор. Для армора что нужен? Подскажите.
Какой Iron Ward? Городом мы пользоваться не можем по условиям Iron Man. То ли Тал, то ли Орд, кажется. Армор это Тал, если мне память не изменяет. Но я сильно не запоминал руны. Чатик подсказывал. Подскажите, пожалуйста, что ставить? Какую рунку? Либо Тал, либо Рал, кажется. Вечно путаю. Что ж получается, по табличке Мишки в отрыве, рядом нет никого, из живых нет. Из живых нет. Рал все-таки, а не Тал. Да. А, из армора можно взять еще маску починить. Я не уверен, что у меня есть еще один Рал. Хотя они вроде да, достаточно распространенные. Нет, больше нет. А на оружие? Орд. Угу, да. Собственно, поэтому они у меня здесь и... Ну, оружие не портится у нас. Так что, наверное, оружие не... нет смысла оставлять вот эти вот штуки чинить. Камень души мы оставляем. Лучок, наверное, все-таки оставлю, но вдруг будет какой-то босс все-таки. Мега сложный. Лук хоть какую-то альтернативу дает. Дальше подзабил бы бутылками немножечко. Черт его знает, хватит ли мне на ад. И, ну, все, вперед. Самую большую угрозу представляют, конечно, люди, у которых иммун к молниям. И... ну, сейчас посмотрим. Тут призраки с иммуном. Я ставлю резист, и резист в капе. Смотрим, кто у нас нарулился. Погнали. Так, прислужник, невосприимчивость к молниям сразу. И макрока, невосприимчивость к молниям. Это ГГшечка просто. Сразу два типа минимум. Так, эти ко льду, хорошо. Ну, это дичь. А, кстати, я, может, не могу. Там пачка уже. Ой, ГГшка, что ли? Да, там пачка. Начинают взрываться прыгуны, хорошо. Пак убили. Ловушка со взрывом хорошо работает. Держимся пока. Эти вот мясные товарищи хорошие. Капец. Нет, там пачка есть. Давай еще взрывную ловушку. Да, есть пачка, но она иммунная. Да, точнее, не иммунная. Да пропей ты бутылку, блин. Убивай. Аккуратненько. Минус. Трындец. Так, думай. Тебе эта локация вообще не нужна. Тебе, возможно, придется просто отсюда нахрен уходить. А локация соседняя, она смежная. Переход на нее идет... идет с, по краешку. Скорее всего, надо идти... надо бочком идти. Ну, это жесть уже. Я не знаю, как здесь проходить, если честно. Только вот взрыв трупов пока работает. Только за счет него мы убили первую группу монстров. Прислужник, здравствуйте. На взрывах трупов тоже. Может, не идти тогда туда, налево, на прислужников? Пока не пойду. Жесть. Бочком ищем переход на следующий. Кто там? Ага. Этих можно. Ну, лайтинговый урон, как вы видите, нормально заходит. Была бы у меня еще бомбочка на десятку, было бы очень хорошо. Вот, собак встретил, все, назад. Ничего не сделать. А, против собак, кажется, лук заходил. Потому что они-то как раз и кусают, и попадают часто. Давай-ка проверим.
У них жизни не так много. И давай-ка ставим лучше реген маны. Эй, прислужник еще один. Хорошо. Эти трупы плодят прям прекрасно. Это идеальные вообще люди под ловушки для взрывов. Еще идут прислужники. Слышите, как взрываются там все? Босс с сопротивляемостью. Ко льду только. Убиваем его. Изуала уже убили. Только начало четвертого акта. Не было изуала. Блин, а псы меня сожрать могут, если я мимо пробегать буду. Мимо пробегать, опять же, только в случае, если совсем все... Ага, пачка собак. Вот это хуже. Давай-ка их заманим. На трупы наверху. Мы сюда идем. Ну, блин. Тень, пожалуйста. Тень, не надо лезть туда. Есть. Видите, как хорошо. Amplify. А как она ушла? Неужели он меня сожрет? Да, он меня сожрет под Amplify. Глядь. Вали, Миш. Я чуть не сдох сейчас. Туда не идем. Вы видели, сколько осталось хп? И я не ту бутылку прожал. Это была грубая ошибка. Фух, Amplify увеличивает входящий урон в 2 раза. Грязь какая. Так, ну смотри. Тебе влево на прислужников, которые тоже, может быть, не это самое. Не используем ловушку на взрыв. Ни в коем случае. Нам сейчас нужно научиться... Ну, магов рока проще, видите? Потому что они довольно дохлые. .1 сил поддержал, да. Ваш канал на 100 рублей и сообщает, чем Анди. Да. Я болею. Мне волноваться нельзя. Да. А тут такое. Понимаю. Прости, пожалуйста. Я постараюсь тебя не это самое... Но, к сожалению, наша подруга ставит ловушки, взрывающие трупы периодически. Помним, что справа прислужники-призраки. И лучше, конечно, мне не в центр идти, а именно с них начинать. Хотя, может, и имеет смысл обойти. Но вообще, я бы постарался уйти в другую локацию. По крайней мере, найти выход. Надо делать так, чтобы они не это самое. Блин, я вообще не могу их удамажить. Там валяет рунка хелл. И что мне с ней делать, с рункой хелл? Дальше-то что? Что мне с ней делать?
Ну чё, они убиваются, не убиваются в меня. Капец, хрен с два его убью. Без взрыва трупов. А если я взрывы трупов использую, то извините, тут следующих будет сложнее убить. Ну, пачку имеется в виду. Призраки. Призраки. На них лучше огонь действует. Да, как иначе. Да, вызываем взрыв. Закидываем. Регеним. Блин, куда она прошла, а? Трех человек полчаса бьем. Ладно, погнали. Пачка, пригнали. Дершюрдер, подчеркивание, поддержал Резоры, дискодер. Сообщает, привет. Отключи озвучку донатов. Блин, вот не надо было отключать озвучку донатов, если бы ты не написал. И не напомнил, что... Не надо. Мне надо держаться вот этих вот тварей, блин. Что они реально мне помогают трупами. Хотя я сам по себе довольно неприятные люди. Надо запоминать, где у нас лежат эти кучи трупов. Хорошо. Но когда остается один, уже как бы это не сделать ничего. Нужна всегда масса, чтобы трупы работали эффективно. А для массы мне их нужно собирать вместе всех, как можно больше народа. Это сопряжено с риском, понятное дело. Короче, мы должны дойти сейчас до кромки, выбрать направление и двигаться в поисках кромки, вдоль кромки в поисках перехода. Блин, еще одни псы. Может, я и зря так бегу. Застрял немножко. Да, если собирать, то норм получается. Все равно стрёмно каждый раз, когда так бежишь. Но мы дошли до кромки. Знаем, что слева две пачки призраков. Это в целом... Ой, здесь зажать могут. Блин, собак слишком много. Эти не подбегают к трупам, все.
Пять собаки. Пять собаки. Ну, я пошел, непонятно куда. Это, возможно, уже все. Давай, держись. Нет, о, плохо. Такая толпа собак. Давай здесь. Давай здесь. Хорошо. Да, ловим на живца. И получается, кстати. Главное не застрять в большой пачке врагов. Ой, такие вот ловушки не надо. И новые. Три ловушки делаю такие, а потом на взрыв. Мага роком потихонечку закидываем огненный. Но мне нужен переход на следующий уровень, друзья. Переход на следующий. Наверху пачка собак. Слева две пачки прислужников этих. Здесь пока без взрывов попробуем обойтись. Резистов ни хрена нет. Но если с алебарды без оффхенда и без этого, без... Вот сюда можно пак завести. Тут все так рванет на ловушках, что мало не покажется. Надо запомнить это место. К сожалению, надо взрывать. Только надо было больше собрать, чтобы собачки здесь были. Хз. Ну, в целом идет довольно бодро, но с риском. И пока я не обнаружил перехода на следующую локацию. Это плохо. Там должна быть такая каменная арочка. И можно было бы пробежаться, но если ты можешь просто не убежать тех же самых собак. Мне кажется, надо сейчас дойти максимально здесь направо до собак, а потом свернуть назад. Потому что... Я проверяю на прислужники, не прислужники. А сорка блин-блин, пыщ-пыщ, не круче было бы? Да? Кому-то круче, наверное. Блин, коваться тоже надо уметь.
Так, а мы здесь же все проверили уже. О, проход есть. Так, ну здесь пак собак слева, да, еще был? Ну, вроде мы его не видим. Так, обнаружили переход, это хорошо. А, ну, кажется, в следующий, на следующем уровне, ну, в смысле, в здесь же... А, нет, долина отчаяния, это уже новое. Брюхач с невосприимчивостью к яду. Это хорошо. Прислужник, правда, сразу же. Делаем контроль. Переключаемся. Нормально, там взорвется хорошо. Хорошо. Это повезло. Во-первых, они милишники, они довольно медленные. И они без... Самое главное, без иммунитета. Смотрим, кто еще. Так, еще один такой же пак, только они фаст получается. Хорошо, две пачки сразу забираем. А где, где, где? А, латный пояс. Латный пояс, кстати, может быть на замену. Сопротивление молнии, мана защита. Ну, тут как бы и здоровье, и защита, и другие резисты. Поэтому пояс не зашел. Везет на мобов. Да, пока повезло. На прошлом уровне было посложнее. Костяной щит не может зайти нормально. Это еще остатки прислужников. Ну, посмотрим. Пока действительно вот на этом уровне везет. Видите, какой урон хороший. А он плотный на самом деле. То есть это жирная, жирная тварь. И здесь у нас будет изуал. Правильно ведь? Здесь же босс будет на этом уровне. А, невосприимчивость элитка к молнии. Вот это плохо. Это очень плохо. Давай-ка попробуем через взрывы. И ловушку там ставим. Раз, взорвался. Надо увести его на... Ну, давай сюда. Так, а что он умеет? Мы можем его демеджить? Что-то я не докидываю по нему. Да, вроде урон идет, но не от меня. Я не понимаю, как так? Вот, как будто... Да, он идет, идет хороший урон. И это элитка. Нормально, с этими мы справимся. Ну, по крайней мере, с элиткой, а не с паком. Видите, урон от огня хороший заходит. Хорошо. Так, убили еще две элитки. Да, этими солами мне рассказывали, что они будут, что они страшные как раз. Ну, у нас, во-первых, резисты по максимуму от молнии 75. И вот такая вот уникальная кепка есть, которая поглощает урон от молнии. Дополнительный еще и... Но... Пачка таких может быть опасным. А можно сюда поставить... А, это остатки элитки. Взрыв, ну? Есть. Видите, какой взрыв? Сразу, почти на 90% здоровья. Класс. Привет, хакер. Мы так мучили просто этот третий акт. Мы так долго вейпоинт искали. Но перешли в ад. Один уровень более-менее пробежали, хотя был риск. Гуфа тоже. Да, я вижу этого. Эту тварь тут. Да, у них запас здоровья хреновенький. Потому что даже элитка, видите, уходит довольно быстро. Так, демоны, невосприимчивость к огню, это очень хорошо. Да хватит игнорить меня, блин, вот твари, а! Ой, что ты делаешь, Миш? Какие взрывы... Но они гораздо плотнее.
Тень наша держится, но периодически ее сдувают. Лучше не ловить. И надо понять, как отступать. Ну, отступать вот в тот дверной проем. Что тут думать? На начало уровня бежать, если что. Жесть, конечно. Ну, дальше потихонечку. Но этот уровень пока... Не хочу сказать, что он... О, изол. Назад. Босс. Ставлю. Он нормально пробивается молниями, так что все в порядке. Как вы видите. Тень его весьма толково танкует. Мы умудряемся снести больше половины здоровья до того момента, как... Из зала убили. Хорошо. Но он никогда не представлял угрозы ни на нормале, ни на... Полевой латный. Да, это все незаменяемая, к сожалению, штука. Можно проверить, ну, такое. Так, продолжаем. Еще пачка демонов, как минимум. Пачка призраков, как минимум. Изуал никакое сравнение не идет с тем изуалом из первой Диабло из Хэлла 2. Мордор, конечно, кудесник. Такую тварь там вырастил, которую даже профессионалы боятся заходить, начиная с Найтмара. Ну вот что это опять за пробегание? Вот эти вот прикольненькие. Пачка демонов может быть очень опасна, если будет с какой-нибудь фаст или еще что-нибудь. Потому что они очень плотные. И, возможно, я от них не смогу убежать. О, началось. Невосприимчивость к молниям. Тут можно уже трупы попытаться повзрывать. Ловушки иногда конкретно не по тем стреляют. Уровень потихоньку идет. Да, я думаю, как мне лучше про это самое, про продвигаться, наверное, так же по краешку. Такой более надежный путь. Взрываются бодренько они. Идентификации закончились, увы. Да, про Тимбер уже спрашивали. Сейчас опять нужно перевызывать. Видите, как бегают гады. Игнорят тень просто. И хоть ты тресни. Блин. Нельзя отвлекаться. Ну там игра про бобровка, насколько я понимаю. Вот, если пачка таких демонов, как помните, перед Диаблой появляется пак, они же мега быстрые. От них, если хочешь убежать, нужно ставить бег. Ну, в смысле, ускорение. Делать при этом.
У них же еще огонь. Ну вот, видите, что творят. Ну, почему они так пробегают? Я не знаю. Я не знаю, чего они так пробегают мимо. Но смысл в том, что и Пак пробежит. Так, двое. Не торопимся. Пяти ловушек не хватает, чтобы нормально демона замочить. Одного обычного, не прислужника, не босс. У Изуала, кажется, меньше резистов, чем у этого демона. По молниям. Постоянно перепроверяю, вдруг там. Вдруг там прислужник, а я не готов. Так, ну динамика очень хорошая по сравнению с третьим актом, с тем уровнем. Особенно на этом уровне, учитывая то, что здесь только призраки из полностью иммунных. Вижу проход дальше. Да, здоровьем слежим. Так, вижу призраков. Демоны. Трупы пока не взрываем, опять же, вдруг пак. Так, а это у нас переход куда? Город проклятых. Кажется, в городе проклятых первый вейпоинт. Нижнего взорвали, видите, трупочком. По этим очень хорошо ловушки, ну, в смысле, даже простые бомбочки огненные работают, как вы видите. Давай. Одну ловушку на взрыв трубку поставлю. Да, пачка демонов будет настоящей проблемой здесь. Возможно, сейчас стоит проверить наверх, могу ли я их закайтить. То есть зайти сюда и осмотреться. Ой, там к
молниям раз, и магия элитка к молнии два. Охренеть! Жесть, вот это не повезло. Как минимум два типа врагов в следующей локации будут объяснять мне, что я не прав. Минимум два. То есть по-хорошему мне нужно уровень повысить, чтобы было попроще. То есть надо зачищать эту локу, возможно, вернуться в предыдущую. Хватит ли мне... Они ману жгут, что ли? Да, высасывают ману, понял. Ну что такое? Только что 666 зрителей смотрел Диабло. Да, добрый вечер, друзья. Тем, кто недавно присоединился, особый привет, потому что мы явно не здоровались. Мы закрыли третий акт, долго искали вейпоинт. Оп, тихо-тихо-тихо, ловушка! Душителей. Или как там, как их там звали. Я, наверное, сейчас ближе к выходу вернусь, что слишком далеко и рандомно придется кайтить. Смогу не убежать просто. Лучше начинать где-нибудь здесь вот уже больше захватывать. Опа, еще призраки. Мы не встречали пак вот этих вот пылающих душ. И еще... Кажется, на них хорошо вот этот вот дым работает. Они никуда не отступают, не стреляют. Но главное, что они не это самое, не перемещаются. Давайте проверим. Все-таки старт уровнем. Да, пойдем сейчас вниз. Мне есть куда кайтить вниз. Не старый, здравствуй. Вот, перешли в ад. В аду... В аду беда. В аду тоже попадаются люди невосприимчивые к молниям. Перекастовываю дымку. Ой, справа пак. Или не пак, но, в общем, здесь демон. Мне казалось, что там светился другой демон. Надо душу сначала убить, потому что по ней ловушки стреляли. Так. Ставлю ману. Это... Моя задача на сегодня, я думаю, дойти до вейпоинта, до какого-нибудь. Или просто на этот эскейп поставить тут. Мы же все-таки в этой сингл-игре, получается. Гораздо их проще, чем мучители в прошлый раз, на прошлой локации убивать. Хотя меня пугали именно соусами этими, что типа ты ничего не сможешь сделать, они тебя разнесут. Мне нужна мана. Регени ман. Да, Воланда, а что делать? Очень тяжело идет прогресс.
Очень тяжело. То есть, если у тебя нет фармы, если нет возможности пособирать шмотки... Да, хватит. Только не по демону стреляй, пожалуйста. Ну, ясно. Но с другой стороны, это все, это последний акт и последняя сложность. То есть вот сейчас перетерпеть, и можно... Осталось, по сути, два самых сложных акта. Предпоследний акт, как верно говорит Виоби. Главное, что мы идем вперед. Стабильность признак бобровства, бобровства. Да. Что впереди у нас живых игроков нет. То есть два человека, лидеры, умерли. Один в аду на Диабле. Ну, перед Диаблой был босс, как вы помните. Не могу его закинуть. Вон, ударил, все, нет маны. У тебя шапка нарежет урон солов на 40, условно 1000 урона, солов режет 250, но лично обрежется до 150. А почему она режет 40% солов? Не понял. Давай. Опять, видите, вот эти вот пробеги. Пробеги мимо. О, нет. Да, второй умер уже перед балом. То есть у нас там запас, наверное, в... Я не знаю, где там пик сейчас. Он вроде был близко. Ну, ближе остальных. Но отъехать это вообще изи. Собаки меня чуть не сожрали сейчас. Тессорк, Амазонка поменялись классами и сейчас уже на кошмаре. Да, красавцы. Нет, там товарищ гораздо более скилловый, опытный. Это... О, соусы. Соусы, соусы. Ну а что, мне с ними надо сражаться. Капец, как их много там, а? Там их либо очень много, либо там пачки. Вроде не пачкам. Облачко тащит. Видите, как взрываются они от ловушки и как не стреляют вообще.
Круто. Прежде, думаешь, это последний забег по Айронмену? У меня да. У меня да, я не это самое. Переключусь лучше. Ну, или вернусь как с чему. С пачкой будет сложнее, конечно. Демоны. Ну, может, захочу. Но пока я не думаю, что... Ну, не хочу планировать в любом случае. Геймплей, конечно, тут очень разнообразный, да? Уже хочется и тень подкачать, чтобы у него побольше резистов было. Демоны. Часть, привет, завтра на работу, что еще интересно, посмотрю часок. Давай мы как раз тут на час. Да, тень постоянно уходит. То отбегает, то убегает. Давай, тень. Как обычно, видите? Это из-за страха такая хрень. Алексей Дмитриев, привет! Видишь, у тебя уже статус в чате другой. Привет, привет. Добрый вечер, друзья. Не будем до вейпоинта идти. Я не хочу рашить. Все равно как бы торопиться-то некуда. Уже последние уровни. Ага, понял. А там соуса опять. Много? Много. Но не непослушники. Капец, вот не работает ловушка. Не могу я попасть по ним. Молнии действительно жесткие. Ну, он сам попасть не может. Не хочу рядом с ними стоять, так как сразу начинается
Минус маны и все. Так, у нас почти 70% прогрессу. Ну, кастуй. По уровню имеется в виду. Жесткие молнии с уроном меньше 5% твоего хп, да. Хаос Тир не говорит, мне приснилось, что ты в StarCraft играешь. Какие тебе страшные сны снятся. Соусы хреновые, ну, в смысле опасные именно тем, что они перемещаются как-то очень активно. Ну, то есть раз и рядом с тобой, то есть, возможно, от пачки-то ты и не убежишь. Есть подозрение. Так. Я всегда хотел спросить, чего в StarCraft перестал играть? Там мета была скучная, и, видимо, что-то вышло. И еще. Ну, какая-то другая игра. И, кажется, я на Warcraft переключился просто. Потом, конечно, все перебалансили. Но долгое время, там, год, два, три. Было просто одно и то же. Ну, перекастуй. Я не попадаю в ловушки, как видите. По правому. Если нет анимации взрыва, то значит ловушка где-то в текстурах застревает и все. Здесь есть. Здесь нет. Это... Бестолк уже. Там тень сама справится. Солнце не молния опасный, опасный конвой. А что такое конвой? Амон-Ра, привет! Я сегодня сомневался, делать стрим или нет, потому что сегодня очень активный отдых был с баней. И я перепарился явно. Пришел, мне голова болит. Ну, в гости парились, выше нагрузка, чем обычно. И пришел я и вырубился, короче. Так, кто там еще? Стоп. Ага, этот. Брюхач. Все, поспал полтора часика. И... Скоро выйдет бог войны, будем прохождение. Не знаю, посмотрим по этой самой. Конва аура на лоу резист, как сокол на паладине. Типа конвинкшн. Я понял. Да, если резист срезать, то значительно опаснее выходит. Что по резистам? Да, по резистам кап. Разве что льду у нас 65, а не... Тень как обычно. Непонятно, чем занимается. Если тебе сложно, просто руби артмани. Да, спасибо большое. Спасибо, я подумаю. Мне действительно сложно.
Опа. А, еще ж не было пачки демонов. Внимательно, друзья. Да как так-то? Где? Наша подруга. Охреневшая опять. Ну что, я видел, как в этом акте шла лучница. Она шла с такой же динамикой. Так что ничего криминального пока. Носить урон майн контролем не получится. Может, получится. Слишком рандомная штука за 10 мана. Майн контроль нужен тебе не для нанесения урона, а для... Так, наверху что-то опасное. А для вот контроля. То есть для того, чтобы станить людей, для того, чтобы... Если захватил, то хорошо, конечно, он там попринимает на себя удар. Но не для того, чтобы урон наносить. То есть там шанс захватить 24% и... Что ты сделаешь? Блин, боюсь демонов. Пачку. Так. Так, много, кажется, мне тут. Да, уже немножко много. Не так вызвал. Устанавливаем ману. Ну, 18 с этим, а с... если переключить пушку, то... Там и 24% под контроль взять. То есть ты вызываешь тень, вокруг нее начинают клубиться враги, там 3-4 человека, ты делаешь МК. Но все равно нужно кидать ловушки, если, ну, тебе нужно их убивать, если нужно наносить урон. Не хватит мне опыта на этом уровне. А на следующем будет много... Опа, резистов нет. Дейган, здравствуй. Запаузил, ушел на 10 минут, вернулся. Миша жив, это хорошо. Да, у нас 76 уровень. Мы на второй локации ада, Долина Отчаяния, где был изуал и где еще как минимум две пачки пылающих душ, скорее всего, пачка будет, и демонов. Вместе с нашей тенью постепенно идем вперед. В
Причем мне нужно спуливать снизу. То есть, если, например, я сверху увижу демонов, то мне придется... Ну, не факт, что будет нормальное место под отступление. То есть, надо подойти сюда и пройти, идти уже двигаться в центр. Так же, как я сейчас двигался вдоль стеночки, то же самое, только чуть-чуть повыше брать. Ну, чтобы была возможность на старт уровня убежать, если что. Слева пак, что ли? А, нет, это моя. Добрый вечер, слейв-дилер. Или там моя тень. Опаздывает. Трое. Четверо даже. Это же по сравнению с мучителями-душителями с прошлого Локи, это... А можно прокастовать? Она иногда просто не кастует. Вот этот покров тени, или как называется... Покров теней. Ну, не кастует. Не знаю, почему. Вот, ну, двигаемся постепенно. Постепенно, медленно, конечно, но опять же, это Hell. Это Hell, или... И это еще Iron Man при этом. То есть, тут шмоток не хватает, уровня не хватает, ни хрена не хватает. Ну и опыта мне тоже не хватает. Блин, где-то пачка соусов. Где-то пачка демонов. А на следующем будут маги. Стрелки и сразу элитка. Иммунные к молниям. Ну ладно. Давай не будем о следующем уровне. Для начала этот постарайся зачистить. Опа, сверху. Демоны. Они даже без ауры быстрые. Да, это потенциально очень опасный пак. Ну, этот уровень, видите, мы почти весь обошли. Или нам это душа? Бегать с алебардой, с одной стороны, нужно, чтобы ману восстанавливать, с другой стороны, ты сразу просаживаешься по сопротивляемостям. И если еще вот уходит... У нас, ну, спадает уход в тень, то резисты вообще нулевые становятся. Ну, смотрите. 2, 11. 34. А так, хоп, растут. Только я не понял, почему сейчас... А, потому что я скастовал не того уровня покров тени с алебардой. Хракс говорит. О, привет! Хракс поддержал ваш канал на 500 рублей и сообщает. Привет. Привет. Нашел тебя по твоим стримам. Так, Diablo. Я тебя найду. Открыл канал и нашел там X-чоп.
Да. Купил игру, поставил моды и кайфую все выходные. Да. Спасибо тебе за твой контент. Приятно, спасибо за спасибо, хорошо, что нравится. Если ты совсем недавно открыл этот канал и бобра, я думаю, ты найдешь, сможешь найти, ну, в зависимости от, конечно, возраста и там игровых предпочтений, но мы в очень большое количество игр успели поиграть. И героев там, и Готика, и Warcraft, и StarCraft, и... И Ведьмак, да. Дерево прокачки ловушек. Ну вот, собственно. Лучше так смотреть. 12-1-8-20-20. Сразу вырубается. Из-за тени. Ну, сейчас, почему она тень не кастует? Вроде КД нет. Как я с магами там буду сражаться, непонятно. Ну, я имею в виду следующие локи. О, пачка демонов и... Ой, там, кажется, возможно, две пачки даже. Демон обычный. Чем больше народу, тем больше трупов, тем раньше начинаются взрывы. Судя по экрану, Дрейк говорит, все как я и боялся, а отпуст, все демоны уже здесь. Спасибо Близам за козваливание очередной игры. К слову, в D2 души летают пачками 5-7, жахают молнии синхронно. Окей, хорошо. Ну, тогда ты мог изи пройти все это дело. Раз, все так изи. Отбалансили, отказуалили, в общем. Да, как обычно, я тут не достаю никак. Стреляю по своей через шиф, чтобы хоть сплэшем ее белым. Регинимся. Самое время перерыв на рыбу. Да нет, у нас сегодня не будет перерыва. Если только вынужденного из-за смерти. Доиграем до 12, я думаю, спокойненько, не будем жестить. И... Так, а как же мне? Ну, видимо, влево надо идти уже. Не так много на этом уровне осталось. Много соусов как-то. Там так много их. А, я понял. Можно покров теней, пожалуйста. Почему ты не кастуешь-то, блин? Жесть. Давай ловушку со взрывом лучше сделаем. Погнали.
Сабнафиксом не будешь, хакер. Ну, сейчас... Ну, представляете, играем на хардкоре, не надо отвлекаться, не надо думать ни о чем, ни о каких других играх. Давайте сосредоточимся на Диабле. И тем не менее повторяются вопросы о планах. Я не могу сказать, во что мы будем играть и когда. Потому что я не знаю, мы умрем, не умрем, когда. Вы повышаете только вероятность этого события. Я не хочу. Аккуратненько. А, мистер Беймсон говорит, беляк. А, Майкер Мишкин желает отличного стрима, спасибо. Смотрю пятую часть в записи, никак не могу догнать онлайн, посидеть хочется. Да, это выбирай, как знаешь. Сейчас у нас совсем другой тип, блин, игры. Совсем. Опять, блин, не работает. Господи, какие же вы. Да, проверяю тут. Пачка, не пачкан. И опять не работает закидывание бомбочки из-за того, что он стоит хрен знает где. Так, давай-ка взрыв трупов уже пойдем. Это динамика такая себе. Ну, он стоит, она там, и хрен ты с ней что сделаешь. Пробую поближе стрелять, так чтобы снаряд не улетал далеко. Уберу, буду бутылки собирать. Напомню, еще где-то здесь пачка демонов, может быть. И пачка соусов. Может быть. Две пачки брюхачей мы убили. Но это было все. Ну, это все, что было. Вижу соусов опять, блин. Уже не бесячие, а? На следующем уровне я пока, ну, ничего не буду вкачивать. С очень высокой вероятностью это все-таки будет продолжение... продолжение... огненной ловушки. Альтернатива это два перка в Тень Мастера. Но... я не уверен. Четыре, пять. Ничего себе, мы дошли до тупика. А бывает такое, что нет пак от определенного типа? Хотя нет, я еще здесь не был. Все, вверх мы, получается, собрали. Нам нужно сейчас через центр вправо уходить. Там очень небольшой остался блок. Неразведанный. Добрый вечер, надолго? Не-не-нет, я сегодня надолго.
Это уже совсем не похоже, конечно, на марафоны, которые были раньше, но... Тут и Диабло вторая, ее сложно марафонить. Без опыта. Ну вот в третьей, когда вышла... Ой, куда он побежал? В третьей, когда она вышла, помните, там мы были все в одинаковых условиях. Никто ничего не знал про игру. Ну, только по той информации, которая официально выходила. Вот, и там, конечно, мы были... Там особый был кайф. И изучать ее прям со старта, можно сказать. Брюхач трупами плюет, тварь. Соус вижу справа. Отроди слился на защите базы. А, за три хода 5 паков открыл. Я там же в последнем трае умер. По сути. Там рандома много, на мой взгляд, все равно. На защите базы. Можно с одним повоевать паком, можно. Так, демоны. Не, нормальные. Ну, то есть, не пачка. По крайней мере, я не вижу там дальше пачку. Аспирант подарил стоп. Премиум. Дантей переподписан 5 месяцев. От кого-то... Спасибо. Большое Дантею и Аспирант тоже спасибо. А, от кого-то там Charged Bolt'ы прилетали. И это обычные мобы. Это не пачка. Пачка впереди может быть. Жалко, до 77-го я не дотянулся все-таки. Перед следующей локой. Можно по ближним пострелять, пожалуйста. Ай, она успела мне ману скинуть. Ну, что близко. Даже если действует покров теней, все равно, если враг находится близко, он тебя видит и может ударить. Милишников это не нейтрализует. А, пацаны, сегодня Диабло убьем. Не-не-не-не-не, сегодня Диабло никак не убьем. Вы что, до Диабло там еще копать и копать. Я фактически только на второй локации от старта. Мы тут не, даже не по вейпоинтам сидим, а по времени. То есть в 12 часов я планирую закругляться. Ладно, это третья локация, не вторая. И ждал, это убили. Не на этой, а на прошлой, кажется. Блин, а мы все что ли исследовали? То есть тут не было пака демонов и не было пака соусов. Ну что, повезло с одной стороны, конечно. Всю локу зачистили. И сейчас, блин, как-то нужно справиться со стартом следующей локации. А там меня ждет сразу элитка. Магов иммунных. Целых я их могу попробовать выманить.
Джанки, привет! Удачного окончания, спасибо большое. Да, сейчас главное не заруинить. Ну, то есть вот этот вот остаток пройти... Пройти так, чтобы... И так хорошо. Закрыли третий акт, перешли в ад. Вот три локации в аду. Первые тоже закрываем. Это... Пусть не... Ну, немного времени потратили, но зато надежно. Покром гасить магов. Да это понятно, просто элитка есть элитка. Здесь трупов уже нет. Ну вот она, новая лока. Здесь фамильяры невосприимчивые к молниям. О, курса. На нем. Город проклятых. Там призраки. Маги. Охренеть. Что мне делать? Ну, призраков-то ладно, мы и фамильяром бомбочками закидаем. Да, медленно, да, сложным. Не могу попасть по ним. Да. Лук доставай. Столин, ну хорош, ну что ты делаешь? Что за ерундовые опять советы? Кто здесь прокидывает еще? Покров теней. А он не воспринимает только к молниям. Но я не пробиваю их и тени. А что такое? Почему так? А, из-за доспехов, видимо, костяных. Да. Вот это я понимаю. Уровень, кстати, почему-то на именно на той локации начал расти быстрее. Можно по это самое, по... Как мне его бить? Где он находится? Ага, понял. Учители, душители. Ну, конечно, можно их завести куда-то. Я попытаться обойти, но в целом эти же маги будут как нормальные юниты на локации. Я попробую пройти повыше, но... Вон еще они. Ё-моё. Так, а из этой локи вообще у меня выход-то есть нормальный? Ну, то есть, куда мне? Кажется, с этой локации... Напомните, пожалуйста, друзья, на случай, если будет все жестко... С этой локацией мне куда бежать? В центр переход или по краю еще переход? Только через меню, понятно. Спасибо. Очень помогает. Как же вас много, а? Ё-моё. А, здесь нужен майнд-контроль. И в кучу стрелять. Там кто-то умер, что ли, уже? Может, взрыв? У них еще костяная броня, а, хорошая.
слева мышки летят еще. Есть минус один. Дальше реакция пошла. Цепная. Ой, ё-моё. Да, это тоже будет такой акт. Дикий. Где мы на пару с тенью будем ковырять врагов. Да. И каким-то макаром еще эта мышь отъедается, я не понимаю как. Что это за реген такой дикий у нее? А почему у них реген? Что у него со здоровьем? Посмотрите. Видимо, вампирик у него есть какой-то, да? То есть мне нужна тень с ядом против мышки. Ну вон он отъедается. Приплыли. Кстати, бутылок-то мне нет. Да, похоже, надо перевызывать тень. Надеяться на яд. Если яда нет, снова тень. Кажется. Давайте посмотрим. Да. Только с ядом мы можем ее убивать. Класс. Ну, с тенью, которой наролится яд. Пробежать до вейпоинт не вариант. Ты знаешь, что здесь, в этой локации вейпоинт? Обычно рядом с входом в огненную реку. Ну, думаете бежать? А если какой-нибудь фастпак? Если подожмут? Так-то мобы слабенькие. Просто я их могу укоцать только бомбочкой. И все. Я не советую, просто предлагаю. Я понял. Маги там. А здесь будет переход, да? Yeah.
Не знаю, процесс так идет. Ищи ВП рядом, спуск всегда под землю. Угу. Я понял. Мышки справа. Блин, чувствую, что я ошибаюсь сейчас вот с этим врывом. По советчикам. Так, тут тупик, хорошо. Оставили тень, оставили там народ. Ну, оставили, говорю, куда ты лезешь, тварь? Ну, лучше, чем долбиться. Не, не лучше. Короче, Столи, не надо, пожалуйста, советовать. Советовать, предлагать. Ответственность все равно ты не несешь, блин. А у нас тут ответственность. Зачем побежал-то? Ну вот, слушаю некоторых товарищей. Блин, продолжаю бежать. Попадут, остановят, зажмут. Есть спуск. Чем вейпоинт нашли. Нормально. Ну что, на этом можно закончить, на самом деле. То красавчик, скажи. Блин, Столин, ну ёпрос это... Ты не трезв, что ли? Так, тут у нас мокрица, невосприимчивая к яду. Это хорошо. Призраки, к сожалению. Надо больше ловушек. Он же уходить хотел. Но есть еще 5 минут. Можно и отдаться. Так, вообще, этот тип врагов довольно приятный. Тут всегда... Да-да-да, надо будет потом засветить инвентарь, писали. Откуда пошла фраза «машна»? Это старые старкрафтеры, там, питерские, там, Брюс. Машна, машнить. Замашнил. Так, а здесь, опа, прислужник, очень плохо. Очень плохо. Аккуратненько, конечно. Прислужник. О, имплифа еще. Ой. Трясем. Невосприимчивость к молниям. Ну, оставим на следующий раз. Друзья, спасибо, что смотрели. Спасибо, что болели. А, там демоны. Невосприимчивые к молниям. И, скорее всего, это будет гуф. Увидимся с вами. А, надо показать инвентарь быстро, статы и закрыть. Все. До завтра, послезавтра, послепослезавтра. До следующего раза.